Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами как всегда Пип, и сегодня мы продолжаем опять с вами разбирать корабли. Давайте-ка наймем новый кораблик и посмотрим, заработает ли у нас шкала уничтожения этого корабля. Если все-таки заработает, то уже это будет очень круто. Так, ну что, у нас следующий корабль опять средний. А, не, у нас сейчас был большой, и теперь у нас средненький. Чуть поменьше он будет, но деталей на нем может быть намного больше на самом деле. Так, как его называют? Харви. Хорошо, давайте Харви. Все. То есть мы забронировали и ждем, когда наш Харви приплывет. И сейчас сразу помчимся его разбирать. Интересно будет посмотреть, реально заработает шкала разрушений или нет. Ох ты, нифига себе. Здоровущая махина-то опять приехала. Хотя если посмотреть, в центре что-то там не особо густо. Точнее, там огромная пустота какая-то, но она может быть заполнена всякими трубами и прочей фигней, которую нам придется долго очень разбирать. Ну что, в принципе, давайте сядем на нашу машинку и погоним. Сегодня мы немножечко Ох ты, нифига, да ладно, смотрите. В этот раз мы можем заехать прям в этот корабль. Офигеть, вот это ништяк. Вот это я понимаю. Вот это что-то новенькое, так. Хотя, а зачем нам сюда заезжать полностью? Ну, тут прям машину оставляем. И чё, погнали контейнеры разбирать. Так, нам еще тут вскрывать их надо, да? Ладно. Так, ну давайте берем кувалду. Блин, взяли, называется. Так. Собирай все. А мне просто интересно, будет ли прогресс идти. Пока что... О, смотрите, реально идет прогресс. То есть он заработал у нас реально только с нового корабля, который мы взяли. Так, ну что тут у нас? Фигня всякая, да? Но зато мы теперь видим точно, что мы собрали, а что нет. Если где-нибудь мы что-нибудь не соберем, нам обязательно будет это видно. Все. Так, нет, тут еще у нас... Висит шкафчик, самый геморройный, с маленькими тоненькими петельками, которые очень неудобно срезать. А почему, блин, мы газом не заправились, вот мне интересно. Ну да ладно. Так, ну, в принципе, все. Первый контейнер у нас зачищен, да? Интересно, а эту дверь можно разбить, когда она открыта? Нифига ее нельзя открыть. Так, бежим к следующему контейнеру. В смысле заблокировано? Не понял. Для меня нет слова заблокировано. Я тебе дам заблокировано. Нифига. О, так тебе нормально будет. Так, собираем все, что лежит, и нахрен рушим. Заблокировано. Все, что должно быть открыто, будет открыто. Блин, эти ящики сейчас, походу, будут в каждом контейнере у нас, да? Так, чуть-чуть еще. О, открылся. Хрень всякая опять попала нам. О, с первого раза открылось все. Блин, мы почти только 1% собрали. Да, вот эти контейнеры, конечно, геморрой. Я надеюсь, их тут не так много будет. Так, в какую сторону тебя открывать-то? Дальше? Нет, чуть правее надо. Отмычечку. Во. Открыли. Блин, палеты. Одни палеты. Блин, и ящики опять. Да что ж такое-то? Может, взорвать? Ну, блин, взорвать мы долго будем. Это надо бомбу поставить, отбежать отсюда. А бомбы нам еще... Я так чувствую, понадобится, потому что, скорее всего, будут еще контейнеры, которые мы не сможем открыть. Так, а тут у нас два ящика висит, да, с такими петлями. Блин, что ж мы газом-то не заправились.
хреново будет, если он сейчас у нас кончится в неподходящий момент, а он кончится, скорее всего, как раз в такой момент, и нам придется бежать за ним. Ну ладно, мы, в принципе, тогда еще подкупим бомб, потому что я не помню, сколько у нас их осталось, я что-то даже не обратил внимания на их количество. Скорее всего, их там мало. Так, все. Так, ну что, скажите мне, что в этом ящике лежит кусок золота. Должен быть кусочек золота. Да, титан, титан. О, я же говорил, кусочек золота. Все как заказывали. Ну, так, двигаемся дальше. Что тут у нас? Куча разных машин и бочек. Ну чё, приступаем. Интересно, мы машину... А, блин, мы даже стекло у машины разбить не можем. Жалко. Ладно. Ничего страшного. Хотя, блин, с машин же тоже можно кучу металла поиметь. Хреново. Ну ладно. Что есть, то и разбиваем. Блин, тут еще вот такие фиговины попадаются, которые мы можем пропустить. Будет очень хреново. Что это вообще такое? Батарея. Какого хрена батарея тут делать на стене? Причем на открытом пространстве, на уличном. Я, алло. А, вон я тут. Я уж подумал, какой-то глюк. Так, давайте с другой стороны обойдем. Тут ничего нету. Значит, вот так бахаем. Так, все, собираем все, что можем, все собираем. Так, давай. А, у нас нет места. Давайте, знаете, что делать? Все в контейнер скидывать нахрен. Это будет даже очень удобно. Сейчас мы просто все контейнеры забьем. Вот так вот. Все. Погнали дальше. Ну, так намного быстрее будет на самом деле. Так, газовый баллон что-то тут стоит. Блин, ну может все-таки можно хоть одну машину-то? Давайте к машине бомбу попробуем прихреначить. Просто ради интереса. Вот прям на лобовое стекло куда-нибудь можно? Ладно, на капот. Хрена, ну на капот. Вот так, во. Так, отбегаем и пробуем. Ничего не получилось. Так, вообще машина даже не пострадала. Ну да ладно. У нас кроме этой машины еще тут есть что поломать. Ну, хотя было бы прикольно. Блин, мы даже кувалдой не можем стекло разбить. Охренеть. А так хотелось машинку бахнуть какую-нибудь. Так, отлично. Тут все сломали. Тут что-нибудь висит. Слава богу, не висит. Чем меньше у нас висит вот такой мути, тем быстрее мы все тут будем опустошать. Так, отлично. Забираем. О, вот эта штука, по-моему, у нас долго ломается, насколько я помню. Все, нет, недолго. У нас сейчас вообще почти ничего долго не ломается. Так, срезаем. Мы срезаем. Тут хотя бы петельки, блин, большие. А то эти мелкие, ну прям реально такой геморрой срезать прям. Все, ящичек сняли, проверяем, что тут с других сторон нету. Так, а тут аккумулятор у нас висит на стене. Блин, кто-нибудь знает вообще, зачем аккумулятор на стенах на кораблях? Если кто-нибудь знает, для чего они нужны, напишите мне, блин, я хотя бы тоже буду знать. Потому что я на самом деле не в курсе. Так, бочечка. Кстати, а мы у первой бочки, там, у первой машины, когда бочки разбивали, мы собрали лужу? Или ее там не было? Так, а ее тут не было. Ладно, хорошо. Не было, так не было, нам проще. Так, где наш суперпылесос? Собираем все быстренько. Блин, у нас почти рюкзак заполнился. Так, блин, там провода висят еще. Тут, конечно, вот так вот особо
А не поделаешь, что сначала все разбиваешь, потом, блин, все срезаешь. Так тут уже на этом корабле это просто неудобно будет, потому что можно где-то что-то пропустить. Поэтому я просто по ходу все долблю. Что можно? Опять у нас новый уровень нам дали, хотя он уже никакой роли не играет. Но я все еще надеюсь. О, смотрите, лампа какая. Мы такую лампу еще не спиливали ни разу. В общем, я все еще надеюсь, что разработчики добавят какой-то новый контент для этих уровней. Потому что если не добавить, то смысла нету вообще вот в этой прокачке уровней дальше. То есть он просто так, получается, будет добавляться и все. И толку никакого не будет. А нам же хочется. Так, понял. Закончилось место. Бежим. Бежим все выкидывать в наш контейнер. Мне кажется, блин, он когда забьется, тут будет вообще жесть, сколько всего. Блин, а почему же нельзя все выкинуть сразу-то? Жалко. Тут Ctrl-A не работает. Ctrl. Так, выделить все сразу. Хрен бы так. Мы же должны немножко в этой игре помучиться. Блин, а мы что-то так вроде нехило так поломали. А у нас только 3%. Хотя, если так посмотреть, то не особо-то мы много и сломали вообще. Так, теперь нам надо вот эти вот столбики расхреначить. Бах. Все. Ломаем потихонечку. Вот они с одного удара ломаются, если по точкам бить. Если не по точкам, то с двух. Так, теперь вот к этим стальным столбикам. Бац. Так, тут точки не вижу, но с другой стороны. Ладно. Вот тут точечка есть, отлично. Ништяк. Так. И получается, что у нас вот тут, блин. Ну, мое нелюбимое, вот эти вот ящики геморройные, которые надо спиливать. Окей. Ничего не поделаешь, придется их спиливать. Так, минуточку. Мне кажется, ли у нас газ опять полный? Откуда он взялся у нас? У нас же, по-моему, было меньше. А, все, он закончился. Зашибись. Так, ну что, погнали тогда, заправим. Потому что тут еще очень много всего нам срезать надо, а без газа у нас это сделать не получится. Благо у нас наша торговая точка очень близко находится, и мы можем все быстренько закупить. Привет, Хулио. Так, мне нужен газ для резака. Отлично, и давай я у тебя сразу бомб куплю. Ой, блин, у нас вообще одна бомба была, оказывается. Все, спасибо, дружище. Пока у тебя ничего нету интересного нам больше, поэтому мы бежим назад на корабль. Блин, прикольно, что тут можно заезжать на машине. Даже на второй этаж мы потом можем заехать, но нам, в принципе, это вообще сейчас не нужно. Так, да, ставим нашу горелочку, где мы вот тут, да, закончили. Все, теперь можем спокойно срезать, не париться. Так, и вот с этого уголка срезаем. Что у нас тут? Так, три свинца, бухлишка и даже кусочек серебра лежал. Так, срезал. Чудесно, а что это такое у нас кузов опять, да? Почему кузов называется эта штука, непонятно. По-моему, это просто ящик какой-то. Так, ну я все срезал, где не дорезал, вот тут. Окей. Так, по этой стороне, блин, давайте сразу срежем, чтобы он не потерялся у нас. Это у нас батарея, и насколько я помню, да, это батарея. Все. Отлично. Так, ну что теперь нам нужно? Контейнер, да? Так, в какую сторону тебя открывать? Чуть дальше? Нет, чуть ближе. Все. Отлично. Блин. Тут опять у нас этот ящик.
Я так подразумеваю, что этих ящиков тут будет до хрена. А если их будет до хрена, то мне это совсем не нравится, потому что срезать их, блин, ну вообще не кайф. Ну ладно, ничего не поделаешь. Аккуратненько просто режем. Так, прорезалось, не прорезалось, чуть-чуть. Да что ты, давай прорезай. Да ё-моё, надо. Так, во. Отлично, забрали все. Сегодня мы долго, наверное, не будем тут. Только первый этаж, вот этот весь палубы зачистим, и будет нормально. Я думаю, не обязательно слишком много сразу. Нам же надо растянуть контент, потому что мы же еще ждем каких-то новых обновлений после Нового года. А если мы полностью всю игру быстро пройдем, все закончим, потом тоже будет как-то неинтересно все заново проходить, чтобы посмотреть какие-то новые фишки в игре. Так, пора, наверное, фонарик нам включать. Так, ну что, пошли по этой стене. Аккумулятор, отлично, прям быстренько. Давайте всю стену сразу нахрен зачистим, чтобы туда-сюда не доставать. О, еще один здоровый фонарь. Ни хрена не вижу я с фонарем включенным. О, так вообще чудесно. Так, срезали. Блин, если такой фонарь нечаянно загорится и в рожу посветит, то это все хана глазам. Так, блин. И все, а дальше ни хрена не видно. Поэтому все равно приходится включать фонарь. Так, забрали. Нет места. Погнали все выкидывать. Ох-ох-ох-ох-ох. Да, металла мы тут много наберем, но денег, конечно, особо сильно не заработаем больших. Потому что, как всегда, тут не особо дорогой материал. Есть, конечно, куски золота у нас, но мало. Да и особо теперь много за них не дают, потому что разработчики решили баланс сделать по-другому немножко. Можно сказать им спасибо. Они нам немножечко так поднасрали, поэтому быстро мы теперь 1 000 000 баксов не заработаем. Хотя не было вроде такой задачи заработать 1 000 000 баксов, но, блин. А почему нет, если, например... О, тут контейнер вообще... Серьезно? Тут ничего нету? Охренеть. Странно даже как-то. Так, ладно, ошибаем. Забираем все. Так, машинки эти не долбятся. Так, бочки, 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 бочки. У нас и прогресс на самом деле-то стал очень медленно собираться к новым уровням. Не знаю почему, может из-за того, что как раз мы сильно быстро прокачались. Так, столбики, блин, все надо осматривать, потому что можем пропустить вот такой вот маленький шкафчик, и все. И жопа потом. И будем по всему судну искать, где же мы чего пропустили. А вот этого совсем не хочется. Кстати, достижение дается в игре за корабль, разобранный на 90%. И тут еще я видел достижение, что типа можно кузов распилить у корабля. Не знаю, как это работает на самом деле. И что значит распилить кузов. Блин. Ну мы по-любому это посмотрим еще. Впереди у нас очень много кораблей. И я думаю, пока мы будем эти все корабли разбирать, разработчики нам еще добавят каких-нибудь новых кораблей. Так что мы с этой игрой, походу, надолго. И, кстати, нас ждут еще другие симуляторы. Мы также на канале проходим симулятор пожарника, потом симулятор тюрьмы. Дальше у нас будет симулятор фермера.
точнее ранчо, если можно так вот назвать у нас это дача, а у американцев это ранчо. Вот, мы тоже будем проходить, там очень прикольная игра, но это мы как-нибудь немножечко попозже начнем. Пока что нам хватает симуляторов, с которыми надо закончить. Потому что, блин, если мы все сразу подряд начнем симуляторы проходить и проходить их до самого конца, их просто столько скопится, что я уже просто в них запутаюсь и... все их точно уже никогда не пройду. А хочется прям игру реально завершить на 100%. Мы же прокачали, блин, все навыки тут на 100%. И нам осталось, в принципе, все корабли-то разрушить. Так, ну, и получается, что у нас? А что у нас получается, все, что ли? Первый этаж весь зачищен. Давайте худенько глянем, что на втором. А, ё-моё, так, второй этаж у нас такой же. Точно такой же этаж. Давайте скинем все. Так, у нас один день прошел, да? Ну чё? А, ещё второй этаж зачистим? Наверное, нет, на сегодня, я думаю, достаточно. Сегодня спокойненько. Мы можем закончить на этом. Блин, 6% мы всего разобрали. Мало, надо было хотя бы, блин, 25 набрать. Ну, блин, мы еще успеем. Что ж, ребят, сегодня видео не такое длинное, но очень прикольное, потому что мы, во-первых, очень большой такой корабль-ангар заказали, и туда даже может машина въезжать. Вот, так что дальше продолжим в следующем видео уже очень скоро. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. А с вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока.